Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию повара, менеджера, продавца одежды, владельца ресторана, хорошего друга, хорошего сына, хорошего отца, друга бомжары, друга Михалыча, мэра, бандита, жопошника, ленивца, тунеянца, иногда дебила, воришкина, революционера. Да кем я, ёханый бабай, только не являюсь, но не ютубером. И вот это как раз таки нужно исправлять. Именно в этой серии, именно сейчас, в этот момент, я возвращаюсь к себе домой. Прошло целых 3 месяца, и я наконец-то вернулся в Новосибирск. Прямо сейчас на счет 3 я открываю эту дверь. Раз, открыл, не будем ждать, 3, быстренько забегаем домой. Перчик! Перчик! Извини, конечно, у меня псина, я тебя 3 месяца не кормил, да и на самом деле у меня еды-то нет, чтоб тебе кофе будешь. У кого есть собака? Ваша собака кофе пьет? Потому что моя Люся, которая в Португалии, она иногда пила. Поэтому, Перчик, ты тоже пей! Ёшкины кантошкины! Как же я давно здесь не был. И первым же делом, все, что я сделаю, это прямо сейчас спущусь в подвал и выложу вот эти все дорогостоящие мои шмотки. Права на магазин одежды, права на квартиру, алмазы и почти 3 стака золотых монет. А знаете, что я хочу сделать с этими золотыми монетами? Узнаешь в этой серии! Потому что многие мне на самом деле писали, что, мол, Эдисон, это будет хорошее решение купить или дачу, или третий этаж в моем доме. Потому что сейчас у меня... Не будешь кофе пить? Ну и пошел ты! Потому что сейчас у меня... Меня 3 месяца здесь не было! Это стая бомжей здесь у меня жила или... У меня все стены в плесени, у меня все стены в паутине, у меня везде мусор, у меня комп даже... Комп в паутине и мусоре. Я здесь не жил 3 месяца, откуда этот мусор взялся, в принципе? Ёпер, СТ, я хотел прийти нормально серию начать, а вот чем я буду заниматься сейчас всю серию? Убирать вот этот весь мусор? Фу! Ладно, вот это убрал. Это убрал. Быстренько сейчас вот это все уберу и... Кто там? Сейчас я открою... Двери! Чтоб проветрилось! Да кому там руки переломать? Кто там звонит? Ля, мелкий, здорово, выброси мусор, пожалуйста. Выброси мусор. Ты дурак. Не на 2 метра от моего дома выброси, а пойди куда-то в мусорное ведро выброси. Мелкий, ты выбросил мусор кому-то под входную дверь? Ля, какой молодец. Весь меня, сейчас откроем мелкому. Да подожди ты, не трезвонь. Заходи давай быстро. Быстро давай, с Перчиком поздоровайся. Чё надо? Иди сюда, прикинь, мелкий, я 3 месяца здесь не жил. Пожалуйста, только инфаркт. В обморок, пожалуйста, не падай. Это жопа. Доставай, короче, инструменты и помогай мне. Ломай, я плесень буду ломать, а ты ломай паутину. Ломай паутину, я буду мусор собирать. Да как так-то? Да за 3 месяца, да откуда здесь только плесени взялось? А как мне сейчас жить? Это с ума можно сойти. Мелкий, у тебя есть вот этот, подожди, убирай. Дверь открой, чтобы проветрилось, слишком воняет. Я схожу за... А, у меня есть меч, хорошо, значит я прямо сейчас могу также вот эту всю паутину убрать быстренько, потому что это реально сумасшедший дом какой-то. Мелкий, а чё ты сюда-то притопал, а? На улице не живется? Я-то вернулся в свой дом, а ты куда вернешься? Я даже не знаю, где ты живешь. Ну слушай, идеально просто, идеально, как даже ничего не было. Мелкий, выброси мусор, пожалуйста, вот. Все идеально просто. Только попробуй возле моего компьютера мусор выбросить, я тебе реально, я засуну... Мне кажется, плохо тебя родители воспитали. Мне нужно будет тебя перевоспитать. Ну ладно, без разницы. Слушай, мелкий! Все, можно дверь закрыть. Я ж все же как бы тоже не жадный, да? И тоже не сволочь. Можешь у меня пожить. Мы тебе там поселим возле Перчика, можешь возле. Кто там? Да кого еще черт принес? Иди сюда, мелкий. Здорово, шкет. А ты чё припёрся? Мелкий, иди поздоровайся. Чё слышь? Ладно, лучше не быковать. Нет.
Ёперес, это я же должен был к нему домой прийти и ролик записать. Он же мне стак золотых монет дал, а я его немножко кидал. Совсем про ролик забыл. Я ничего не забывал, я ничего... Выкинь мусор, пожалуйста, выкинь мусор, если тебе не лень. А то мелкий с балкона сбросил, дебил. Ты вообще очумел, что ли? Ты почему мне мусор выбрасываешь? И ты иди выброси мусор. Не мне его бросай, а иди и сам выброси. Да что же вы все дети такие наглые? Да не выбрасывай ты за... Что тебе надо? Шо, я ничего не забыл, я ничего не забыл. Ты понимаешь, у меня проблемы. Точнее, ну как проблемы? Были проблемы. Я только что переехал в свой старый дом в Новосибирске. Да я хотя бы обустроюсь, я все помню. Он мне стак золотых монет все же дал, да. Я должен записать с ним ролик. Когда ролик или мне сказать моему папе? Слушай, давай мы никому, ничему папе не будем говорить. Я с тобой запишу ролик. Вот, завтра или послезавтра я к тебе уже приду домой. Ты мне адрес скинул, я себе записал. Завтра или послезавтра я приду к тебе домой, и мы с тобой запишем ролик. И мелкий, хотя мелкий, я не знаю, мелкий все же лучше будет мой дом охранять. Все, поэтому давай, пока. Пока, все. Давай, мелкий, забегай. Другой мелкий. Не ты мелкий. Другой мелкий. Ладно. Да вы что, там с ума посходили, да ёхани бабай, да кто звонит-то столько? Да кто там? Это у меня проходной двор сегодня, что ли? Да уйдите, дайте я посмотрю, кто там. Ты кто такой, шкет? Алло, наверх посмотри. Здрасте. Звезду покрасьте. Сейчас, подождите, мелкий, лови меня. Опа. Ты еще кто такой? Я инспектор. Я пришел за вашей квартирой. За кем вы пришли? Разрешите поинтересоваться, за моей квартирой? Ну хорошо, до свидания. Не даже не смей сюда заходить. Ты за какой квартирой Штирлиц пришел? Какую квартиру? Какой инспектор? С ума сошел? Откройте. Я тебе не буду открывать. Я тебе один раз уже открыл, а ты вот сказал мне то, что пришел за моей квартирой. Какую квартиру тебе нужно? Ля, посмотрите на него, пацаны. Он за квартирой, короче, пришел. А где второй дрыщ вот этот? Ты где там ходишь? Ты на первый этаж даже не спускайся. Я пришел конфисковать вашу квартиру. Ты мне объясни, почему ты, в принципе, ее пришел конфисковать? Я тебе должен просто так на слово поверить, то, что ты пришел конфисковать ее? Да откуда я вообще знаю, кто ты такой? Посмотрите на него. Инспектор взялся недоделанный. В городе появился новый мэр, и вы уже как 2 недели должны платить налог. Налоги! Мелкий, ты чё мне не сказал? Откройте дверь, не доводите дело до суда. Подождите. Пацаны, прячьтесь лучше к чёртовой бабушке. Инспектор, извините, сразу вас даже не узнал. Заходите, конечно же. Еще раз проходите, конечно же. На собаку не смотрите, она злая. Посмотрите, жопу откусит. Извините, пожалуйста, инспектор, я как-то даже за... Реально, в городе же бомжара уже вторую неделю мэр. И вторую неделю нам уже нужно платить налоги. А у меня налоги и за магазин одежды, и за свой дом, и за ресторан, которым я не пользуюсь. Мелкий, напоминай мне, пожалуйста, в следующий раз. Инспектор, не нужно, да не такать, ничего не нужно. Извините меня, пожалуйста, я реально забыл. Бомжара мой хороший друг, он мне 100% все простит. Это я конфискую. А, нет, стоп! Ничего не надо конфисковать, пожалуйста. Я прямо сейчас отправлюсь к бомжаре, и бомжаре лично в руки. И это. Не трогайте, пожалуйста. Конфискуйте хоть мою девственность, пожалуйста. Только кофемашинку не трогайте. А можно девственность как-то конфисковать? Вы собаку конфискуете? Инспектор, пройдемте, пожалуйста, сюда. Пройдемте, пожалуйста, сюда. Инспектор, бомжара мой хороший друг. Прям очень хороший друг. Я прям сейчас к нему отправлюсь и заплачу все налоги. А вы купите себе что-то. И уё отсюда, как говорится, на. Хорошо? Вы меня поняли? И больше не приходите, я обещаю то, что я буду платить налоги. Бомжара мой хороший друг, честно. Вот прям лучший друг. Сваливайте, пожалуйста. Давай, почтальон Печкин! Давай! А, дверь-то открыть не можешь, конечно же. Все, давай, проваливай. Фу, и ты, мелкий, тоже проваливай. Давай, я завтра приду и запишем с тобой ролик. Все, давай. Давай. Давай, проваливай. Давай, быстро. Завтра все... Слушай, я сейчас реально позову инспектора. Точнее, это я твоему бате позвоню и скажу, что ты школу прогуливаешь. Ты прогуливаешь школу?
А мне мой брат-детектив говорил, что прогуливаешь. Он-то все на этой планете знает. Аля, смотри, смотри, как побежал. Давай, давай. Слушай, мелкий, мне кажется, что инспектора тоже можно было припугнуть с помощью Эдуарда Перетяна. Эдуарда Перетяна это всех на этой планете под страхом держит. Ладно, все, да. Давай, пошли. Ты слышал, там кто-то стрелял? Ладно, пошли. Пойдем к бомжаре. Нужно к нему забежать, заплатить за коммунальные услуги. Потому что я реально немножко забыл. Поэтому давай потопаем туда. А еще, мелкий, у меня такая проблема есть. Вот у меня в инвентаре реально просто дичайший срач. И под каждой серией мне подписчики пишут, что, мол, Эдисон, почисти свой инвентарь, и мне действительно нужно его будет почистить. Но это уже чуть-чуть позже. И также ролики как бы нужно уже начать там выкладывать, снимать, записывать. Ты согласен, мелкий? О! А может мы с собой новый сезон запишем? Я и мой сын. Выживание отца из... Ну ладно, ладно, ну это просто хорошая идея. Ты не прячься там за священной травой. Уйди. Эту священную траву просто сжечь нужно, потому что ее как-то слишком много в последнее время появилось в нашем городе. Не смей ее трогать, иди сюда, иди сюда. Только попробуй с ней что-то сделать. Пошли давай к бомжам, а то у нас на самом деле времени нет, поэтому нужно топом... Мелкий, ты знаешь, кто это? Стоять. А-а-а, я дома утюг забыл выключить! Мелкий! Мелкий, текай нахрен с городу! Мелкий, иди сюда, быстро! Так как... Прячьтесь! Прячьтесь, дебилы, прячьтесь! Мелкий, на второй этаж, давай, давай быстро на второй этаж, давай, быстро, 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 быстро! У меня ж дом... Как мышка твою бабушку! Они убили продавцов! Они убили продавцов, дебил! Они где-то тут. Они за нами пришли. Прячься, дебила, кусок, прячься, давай! Мелкий, за шкаф, быстро! Где? У тебя... Надо наверху проверить. Не надо! Не про... Мелкий, у меня нет ни одного патрона. У меня нет ни одного... У тебя есть патроны на калаш? Есть патрон... А у тебя рогатка. Спрячь эту рогатку. Мелкий, надень быстро костюм бомжа. Быстро, 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 надень костюм. Быстро. Если что... Ты не мелкий, я не Эдисон. Мы два бомжа с тобой. Или не бомжа. Тихо. Если все же они нас запалят, хотя я надеюсь, что не запалят, потому что мы все же спрятались за шкафом. Тихо, стой, тихо, дожди. Жильгельди Берги! Салам пополам начальника! Да не стреляй, начальника, не стреляй! Мы поколодник за шкафом сделали! Я Джамшут Этравшан, мой сын! Мы поколодник за шкафом сделали, поколодник построили! Гастарбайтер с Таджикистана приехать, Россия лучше сделать! Жильгельди Берги! Жильгели, Ахмед Ашот, Ахмед, да, мистер, в Таджикистан нет документов, прописка, регистрация найдется. Братан, мы приехать с дальнего Таджикистана, работать, зарабатывать, семья, дети, прокормить начальника на мана. Что, а мы поколодник сделали, шкаф поставили, шкаф сломали, поколодник убрали, забор есть, мы приехать Икея ремонтировать. Да мы никто. Ай, не любишь Таджикистан. Нацист, небось. Ай, нельзя. Таджикистан хороший народ.
Таджикистан приехать, Таджикистан. Мелкий поколодник забинь. Поколодник нужно сюда поставить, поколодник. И вот здесь, пройдемте, господа, пройдемте. Я не знаю, а кого вы ищете? А кого вы ищете? Да, а чё так грубо ломано? Если ты не замолчишь, я тебе бошку прострелю. Ля, не надо так грубо, в нас Таджикистане так не принято. Пушку достал, в голову стреляй, пушку достал, стреляй. Заднюю давать нельзя. Ствол достал, в голову выстрелил, убил до конца. Я бы вас на своей родине штиш-тиш-тиш, картошка в сраку запердыш. Но мы, к сожалению, не на моей родине. Ствол достал, сразу стреляй, сразу убивай. Я не, поколоть, мелкий, унитаз нужно починить, труба прорвало, говна натопила, вонь лича. Пройдемте за мной, пройдемте, салам пополам, жильгельбердери. Мелкий, жильгельбердери, грджалю гулигя. Хори, ждет, рыг, харбежу, харуг. Подождите. Ой, плохо, наверное, им стало. Мелкий, скорая вызвать, шприц в жопу вколоть. Здоровье хорошо сразу стать. Дорогие мои, работы не найдется. Шкафы чиним, плитка ставим, обои клеит. Хорошо будет, начальника, помоги, пожалуйста, деньги, семья прокормить, трое детей, четыре дебила вот таких мелких. У нас работа. Да у меня тоже работа, точнее у меня нет работы. Нам не нужны ваши услуги. Ну, никому не нужны наши услуги. С Таджикистана приехать услуги не нужны. Скоро обратно в Таджикистан поуедем. Мелкий ты дурак, спрячь рогатку. Салам пополам, дети, внуки. Золотая монета валяется. Откуда золотая монета? Харишабру. Всем удачи, святая Дева Богородица. Ашкалибери! Иди сюда. Там бандиты, это, конечно, еще те кренделю тупые. Ляп! Мелкий, подожди, они там сверху где-то ходят. Все. Ну, вот пускай ходят, пускай защищают вот эту всю территорию. Я не знаю, кого они там ищут. Начальником она, вам помочь! Начальник, помочь найти! Хорошо, не надо. Хорошо! Удачи найти кого вы там, кого, где вы ищете. Не надо! Иди сюда. Мелкий, вызывай скорую. Вызывай скорую. Нужно вот этого в больницу доставить. И вот этих двух продавцов Икеи, которые там. Да! Алло! Как? А ты стреля! Молодец. Окно починил как надо. Булыжник. Отличная замена стеклу. Мелкий, а что нам сейчас делать? Да хватит стрелять в окна! Эй! Жиргельдебельди! Хватит! А хотя какая мне разница, не мои окна. Иди сюда быстро, мелкий. Иди сюда. Будем здесь сидеть, пока они не уйдут. Потому что это реально ничего. Они реально поверили то, что мы с тобой таджикистанчики, которые приехали на заработки. Ну, мне кажется, мы хорошо справились с задачей. Я не знаю, кто это. Вот я об этом даже не задумался. Или это менеджер, или это просто какая-то новая банда бандитов у нас в городе. Или еще хуже. Но это мы, наверное, уже узнаем в следующей серии. А когда будет следующая серия? Ну тогда, когда вот эти пописяки сначала отсюда уйдут, и мы с Мелкой сможем выйти из Икеи. И тогда, когда мы на этой серии, ну давай 20 тысяч лайков наберем, обещаю. Вот сразу же, в эту же секунду, как только мы набираем 20 тысяч лайков, я выпускаю новую серию. И подпишись на канал, да. Потому что когда серия выйдет, тебе нужно о ней узнать, и сразу же придет уведомление, если прямо сейчас подпишешься. Салам папагалам, салам алейкум, жильгильди бильди, всем пока, хорошее настроение, чай пить, здоровым быть, в туалет ходить, запора не иметь. Всем спасибо, всем удачи, всем хорошего пищеварения.